Говорит, только собрался поработать, тут еще фуфа, надо посмотреть. И увидел в кристальном шаре. Да. Вчера было три фуфашечки, записи выложены. Посмотрите обязательно. Сейчас я проспойлерю результат. Я там победил во всех трех. Такого не было очень давно. Нет, Максирена. Не будет. Посмотрите самостоятельно на Вортикса и Джонни Кейджа. Я думаю, что у Джонни, во-первых, шансов маловато. Во-вторых, арки, ёшки-матрёшки. Респ один из самых неудачных, потому что хрен выйдешь отсюда. Вот тут рампа, тут рампа. Тут сразу противник, тут сразу противник. Мега тяжело. Опять имбарасов. Ну, я не выиграл в прошлый раз. За орков. Не выиграл я. Второе место только занял. Ну, я выиграл этого, как его, турбосвина. На второй товарищ. 2 МК и тинкер. У меня козел, блин, бестмастер и какая-то еще чушь, типа наги. Карма за Джонни, говорит. Сейчас я опять задержался, опять какую-нибудь маму вспомнить. Фарки, что может быть лучше? Да уж. А можно мне алтарь, пожалуйста, построить? Спасибо. Алтарь в странном месте. Нам нужно больше золота. Работать с чего надо, хозяин. Хорошо. Блин, еще не сходил в туалет, начинает меня. Как сказал бы Ахиллыч мочегонить. Надо еще накопить сейчас на... Чего надо, хозяин? Ты видел, что они наделали с Mortal Kombat? Ты видел, что эти... Ну, я слышал, что... Что этот фильм ни в какое сравнение с знаменитым 95-го года не идет. Ну, Салазар, вспомни фильм, скажем, кроме третьего Варкрафта, потому что в целом он там и окупился, и оценки хорошие. Какой фильм по игре тебе понравился? Ладно, может, Resident Evil еще, там, скажете, сразу тебе поспойлерю. Но большинство фильмов по играм — это лютый трешачок. Куда пойдем? Ладно. Лара Крофт, кстати, неплохой, да. Вполне. Вполне, вполне. Причем парочка, и классические с Анджелиной Джоли, и вот это вот новый с... Не знаю, как ее зовут. МК норм фильм, могло быть и хуже. Ну, Reforged тоже неплохая игра, могло быть и хуже. Silent Hill. Silent Hill. Алисия Викандер. Вы так много вообще коллективно знаете. Я в шоке. Герой ДК. ДК, ДК за орков. Ладно, если андедовские герои будут. Глядишь, и сдюжим. Как заблочил, хорошо. Ладно, потрать. Хорошо, что собрали эту точку полностью. Это значит, что... Мое терпение истощилось. Второй уровень аура у нас есть. Это уже отлично. Надо как-то сейчас выбежать все-таки. Кто звал меня?
И немножко еще прокрепится. Но в целом человек, который снизу находится, играет за андедов, он не очень опытный, судя по тому, как у него база стоит и как он контролил. И это тоже не выдающийся тот контролил, но может и хватит. Буба здесь перебил регенерацию у Деки, но в целом... ДК в целом даже благодаря ауре уже неплохой герой. Фуфашечки. Благодаря Койлу нам удалось с вами прокрепить неплохо. Да, это уже закреплено. А тут Буба, да, докрепливает. Ну, минус телепорт, это хорошо. Антимониторок с демон, что-то вылетел сразу. Здесь, скорее всего, тоже закреплено. Шанс есть. Увы, трупы свежие, но толку нет. Давайте проверим. Reaching здесь. Нано. Третий Дима. Чего? Как прикажешь. Я воплощение тьмы. За короля лича. За Мерзула. Битва ждет. Я готов вершить месть. Улучшение завершено. За Мерзула. О, Мана Бёрнс, видите, забайтил я иллюзии. Все-таки Койл, хотя можно было подождать, кто там выйдет. И посмотреть, может быть, и не нужен мне Койл. Ну, чисто ради херокилл, например, не нужен. Что здесь? Здесь все тоже закреплено, тоже свеженькое, но закреплено. Ну, как-то так, все. Крипинга больше нет. Сейчас посмотрим. Желательно андедовских героев. Но андедовских героев меньше, чем живых. Кто звал меня? Я воплощение тьмы. В идеале, конечно, какой-нибудь лич, дредлорд, криплорд, рейнджерка. Опа, Буба собирается атаковать меня. Кипер. Но это значит, надо его ушатывать пытаться. Ну, тяжеловато, учитывая магическую вышку. Кто нарушил наш покой? Я готов вершить месть. С удовольствием. Мое терпение истощилось. Что делать? Кто звал меня? Он же не отстанет от меня, понимаете? Отомстим за Золчина. Мое терпение истощилось. Битва ждет. Приказывай. Кто звал меня? Время пришло. Сдавайся, чего приказываю? Чего? Все, что пожелает. Я природа не знает усталости. Чего приказываю? Как-то он дико недоконтроливает. Чего? Где опасность? Чем могу совершить месть? Куда пойдем? Чего ты хочешь? Мое терпение истощилось. Время пришло. Я попросил опасности. Кто звал меня? Я не знаю, куда Койл кидать, блин. О, там еще один подходит. Это опасно. Надо отступить, наверное. Кто звал меня? Ну, пусть там сражается. Мне нужно отрегенить, во-первых. Во-вторых, сделать берсеркеров.
Кадоя здесь заказать. Кадой молодой, давай, герой. Кто звал меня? Берсеркеры готовы. Вардик ставим. Ой, там Блейд уже минус. Лорд. Блин, плохо, что тут еще Роди вроде. Я готов вершить месть. Чего ты хочешь? Мое терпение нарушил наш покой. Ну, я подпушиваю его. Делаем грейд. Лорд хорошо, можно будет его. Ну это из-за того, что он начал застраивать меня, я понял, что лучше не. Там второй, правда, продолжает его пинчить. Я попробовал Бубу дожать, а потом уже с Роди справляться. Кадой молодой, хорош. Уже с грейдом. Там эльф мешает мне. А давайте-ка я оставлю, наверное, его. Пусть прессует. Да, есть ресурсы, я могу попробовать поставить базу. Мне кажется, это более правильный сейчас поступок. Буба ливает. Да ладно! Это получает опыта много. Гад. Ну ясно. И сзади у нас подходит еще один противник. Нас к смерти. Лечимся, но тут сражаются еще. Я бы побежал, поставил базу тут же. Потому что это... Здесь сплэш. Такое впечатление, что... Нет, нет, нельзя так делать пока что. Блин. Мое терпение истощилось. Чего прикажешь? Чем могу служить? Я воплощение тьмы. Я сейчас в плохой ситуации. То есть почти между двух огней. Я слышал зов. Я воплощение тьмы. Надо вернуть народ сюда. И я не знаю, что лучше делать сейчас. Либо пытаться... Наверху с Роди работать.
что вершить месть. Где опасность? Тебе нужна моя помощь? Кто нарушил наш покой? Будет с чего ты хочешь? Время пришло для тебя поощрить тьму. Ай. Да, у меня нет маны уже. Да, плохо. Вистафа нет, и козел умирает. Он тоже потерял кого-то где-то. И в целом... Кто звал меня? Кто звал меня? Надо навалиться, по-быстрому мартирку убить. А он ее отконтроливает. Ах ты гад! Наверху ставятся базы, и нужно этого штурмовать. Да куда ты, блин? Да, не доконтроливаю дико. Очень плохо играю. Лорд выходит. Переварили. Финда. Отлично. И при этом надо еще с Роди справляться. Вот эту вот базу не давать ему строить. Делаем Bloodlust. Ждем козласт. Чем могу помочь? Я готов вершить месть. Я должен защитить тебя. Ну, с ластом можно будет и штурмануть. Тем более, видите, этот... Надо рядышком трется постоянно. Кажется, он собрался. Да. Я готов вершить месть. Чем как могу прикажешь? Помочь? Желательно дождаться. Я готов вершить месть. Работа сделана. Будет сделана. Бладмейджа, арба. Вертолетик пролетел, посмотрел на меня. Чего надо, хозяин? Кто звал меня? Чем могу помочь? Я в облащении тьмы. Да, работа сделана. Кто звал меня? Да, сделаю. Я бы наломился вот прямо уже вот-вот-вот-вот. Как-то аккуратненько это сделать все равно. Налом аккуратный. Погнали. Здесь он не прав уже. Без дестров это не выигрывается же штука. Койл нага. ГГ. Убираем Bloodlust. Быстренько ушатываем героев. Скорее всего, дальше надо будет Родис пытаться убивать. Только чем непонятным. Декой я бы... Во-первых, я бы сбегал сюда этим питлордом.
Здесь мы потихонечку бы... Подзатарились. Блин, денег нет. Как затариваться? Чем затариваться? Лорд прибегает. Ну, когти есть неплохие. Я бы еще кольцо защиты взял. Даже простое. Ну, потому что оно там 4-3 разница в... В деньгах там 2,5... Что? А ну-ка быстро сюда. Подтаскиваем народ с аурой. Да, вертолет уроди. Уроди. Шредера все равно возьму, невзирая на штраф. Боевые когти плюс 15. Хороший артефакт. Тих, товарищи, сюда. Второй сплэш. Камень здоровья желательно передать бы козлу. Козлику, ботинки, серклетку, свиток. Капец, не хватает, конечно. Давай убьем парочку ВД. Поместиться в лимит. Возьмем лишних рабочих. Здесь пока надо подождать. Взять, например, ауру. Вот эту замечательную тауреновскую. Прекрасная штука. Когти плюс 12. Еще одни есть. Ну, ждем. Три базы работают. Четвертая строится. Одного рабочего сюда помогать. Бей врага! Взяли ауру, еще 10% скорость перемещения, или там 7% недействия, же фиксанули, да? Слабенько. Ну и питлорды я, наверное, буду уже когти закупать. Пофиг, что они плюс 12, а не плюс 15 пока. Потому что сплэш уже второй. 65% сплэша. Под койлом он, под бладластом будет 25% бонусный еще урон заходить. Под койлом он будет жить значительно дольше, чем обычно. Поэтому да, когти берем. Плюс 40 урона. 1-0 Джонни. Ты такой скипаешь. Я не буду в любом случае смотреть уже. Так, возьмем амулета Spell Shield. Кто звал меня? О, Роман. Что такое? Все нормально, говорят? Подходит... кстати, сила ловкость. Можно еще вот этот шлемак взять. Ну, скорость атаки, здоровье, урон. Шедер работает, молодец. Не хватает рабочего. Я не знаю, чего лучше избавляться. Наверное, шамана одного имеет смысл убить. Блинг Даггер есть. Сайленс тоже неплохой весьма. Для начала амуль. Spell Shield на будущее, чтобы козел дольше жил. Собственно, для этого же я ему и... Ну, и чтобы ультимейт использовал, чтобы не перебивали. Надо наверх идти. Кто звал меня? Приказывай. Роди ставит базу. Рядом с СМФной. ДК... Пятый. Третий койл. Да, я не знаю, что делать. Рабочий кое-как здесь. Ага, ампер. Погнали. У него очень хороший для нас состав армии.
Тинкер падает. Он разваливается. Очень много XP. Уводим от Питлорда. Ну, смотрите, Питлорд. Плюс 50 урона, сплэш. Вон что делает, смотрите. Так, давайте сейчас попробуем Роди тогда добить. У него же здесь мейн будет. Да. А, он за вышками сидит. Блин, плохо. Третий сплэш. Ну как же жалко. Кнана. Ну он бы мне там устраивал потом. ГГ пишет, Роди вливает. Хорошо. Все, отвоевали себе частично еще местечко, да? Отвоевали. Пойдем затариваться. Оркская арба не нравится? А кому? Зачем она нужна? Плюс 9. Плюс 9 маловато. Оооо, Ванвер пришел. Ладно, телепортируемся сюда. У него какой-то очень странный здесь состав. Очень здесь он не прав. Где опасность? Да, может, что звал меня. Время пришло. Готов вкалывать. Мое терпение истощилось. Чем могу помочь? Так, перед тем, как идти дальше, лучше... Где опасность? Познай гнев. Лучше купить телепорт. Готов вкалывать. Ну, я поставил антиэйр какой-нибудь сразу, типа бестиариев добавили бы. ДК уже шестой. Но без ульты. Давай лучше ауру построим. Сделаем. Попробуем этого товарища штампануть. Где он? Там такой сплэш от пита. Хайфренда тут добивали. Он из последних сил, да, защищался. Извините, спасибо. Но, к сожалению, ему уже не отбиться там. ГГ пишет. Я сначала убью вот товарища, который явно между нами стоит. Ну, здесь же у нас орк, правильно? Правильно. Стоит, защищается. Катапульта лупит. Какой же Питлорд псих, смотрите. Вон, смотрите, что делает. Ё-моё. Да заказываюсь.
Бегает орк с Таурином, как минимум пятым. Это минус. Кто же тут орк? СМФ может быть вполне. Диспл сделать по-хорошему. Сейчас для начала попробую этого забрать. Явнера. Бегает где-то. Кипер с транквилой уже. Тоже ультимейт должен нам помочь. Дальше будем убивать... кто там был? Хуман, кажется. Я бы сбегал, приобрел. Очень нужны предметы. Как раз... Козел, 1300 хп. Побежал Пит. Ботинки можно ему взять, но в первую очередь короны нужны. Чтобы по совокупности он и быстрее бил, и чаще бил, и больше урон наносил. Смотрим, что здесь. Барабаны есть, плюс 15 когти. Угу, понятно. Явно терпит поражение. Вот, давай ботинки возьмем. Так, в целом, можно еще пограбить. СМФ к нам там подходит. Герои у него не очень хорошие. Тауренов много. Это минус. Безусловный. Отдаем тогда ему вынужденно эту базу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Что же делаешь? Блин, вот я дурак. А, я его из пачки убрал. Блин, Питлорда из пачки убрал, дебил. Убрал Питлорда, блин, из пачки. Все. И получил тут же. Вроде от... приказал отступить назад. Куда там? А он рядышком. Два лича, это опасно. One law с его стороны. Я бы взял кого-то попроще для начала. Вон, смотрите, что творит. Капец, как он разваливает, а? Жесть. Шок. Так, тут ричинг. То есть их там много самых разных, да? Что же мне сделать? Кого мне... Здесь, видимо, надо укрепиться. Возможно, даже рейдеров потихонечку строить. Панда хорошо подышала. Ну, плюс 64 урона у него. Плюс Bloodlust. Кто
Надеюсь, начинаем грабить. Ну, медленно очень. Ричинг первый здесь поставит. Это снова ты. Так, ну это Ричинг, которого я еще не убил. И я не убил еще вот этого Хумана, не добил. А у Ричинга все нормально с лимитом. Ну, по крайней мере, с экономикой у него нормально все. Ричинг любит вышки. А что же мне заменить? Может, от хедхантеров избавляться уже? Ну, типа, героями и кастерами воевать только. Надо вот это вот убить. Штуку. И здесь базу. И эту базу. И желательно левого Хумана убить. То есть хорошо, что мы центральную тут отвоевали, но в целом лучше... стоп. Так вот же у нас здесь все. Ой. One low еще рядышком. Ладно, пусть воюют. То есть Ричинг это не... Побежали сюда. Ты бежишь. Да, One Law тут, тут тоже воевал. Убиваем раз. И не успел. Да не закупился. Наверное, да, надо сейчас делать рейдеров, убирать все, что мы видим, грабить просто. Попутно закупаясь. В первую очередь надо кольцо продать, если будут нормальные артефакты. Нормальных артефактов нет. Даже вот этот полезнее, наверное, будет. Хотя ДПС довольно мало выходит. Кто звал меня? Приказывай. Рудник почти истощен. Ричинг выходит по центру. Он краем глаза видел, что кто-то здесь стоял еще у него. Выходим, ставим тут базу, С удовольствием. Мое терпение истощилось. Трепещи передо мной. Я готов вершить меня. У меня нет на тебя времени. Ну и Хумана надо убивать, потом на Ричинга идти, а потом на One Low идти. При этом защищаться от СМФ каким-то макаром. Ну вот, видите, этот товарищ. Убивает нам рабочих. Идем дальше. Он пойдет сразу мне на следующую базу наверняка убивать рабов. Поэтому я должен пытаться его штурмовать. Чем могу помочь? Где опасность? Я приказываю тьмы. Кто звал меня? Природа не знает усталости. Я готов вершить месть. Приказывай. Я
Добром. ГГ, ГГ. Так, окей. Ну да, у него ресурсов не было после этого. Я бы, наверное, убивал бы хедхантеров. Тут вклад героев значительно больше, чем... Ну, героев плюс кастеров значительно больше, чем каких-то хедхантеров. Я здесь лучше построю рейдеров, чтобы быстрее грабить. Сделаю грейды еще там второй, третий на атаку. Третий получается. Здесь пытаемся ричинга убить. Ага, ричинг все еще с... восстанавливает базу. Но его можно, я думаю, даже с героями убить. Вот на... за счет стомпа, за счет... Ой, да ладно. Погнали. Мне не хватит мне. Ладно, телепортируемся. Переоценил я плотность. Переоценил. Ой, да ладно, серьезно? Прям вот так будем? А, Bloodmaster, we can fly. Кажется, надо питлорда выкупать. Не хватает мне слота. Турен падает с сплэшем. Капец там сплэш вообще. Ричин пишет ГГ. We can fly, к сожалению, отвлекает. Но в целом мы здесь базу поставили. Здесь рабочий, рабочий, рабочий. А что рабочий? Сюда, наверное. Еще парочка рейдеров. Плюс 5 фигня. Блин, даггер, наверное, нет. А чё этот дерзкий такой товарищ? Я не могу понять. Когти плюс 15. Еще одни покупаем когти плюс 15. Плюс 80 урона. Сыч поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Миша, дай да. Петларду маску смерти. Он же оверхилиться будет. Да вроде он не... Там не будет у него... О, это самое... От сплэша действовать. То есть будет работать с первого урона, с первого удара. Да и не нужно ему это, ему урон, урон нужен. С третий койл, и все будет ок. Мне бы найти этого упыря, который... Причем там СМФ, понимаете? Он как-то мимо СМФа прошел. Бежал в мою сторону. Хитрожучный. Так, а где у нас рейдеры? Рейдеры здесь атакуют нормально. Куда я еще послал рейдеров, кстати? А вот они. Что нужно? На нашу базу напали! Я
Опа. One low уже поехал. Как-то жестко, не? Таурен шестой. Правда, Палыч второй. Ну, блин, ну хорош, серьезно. Ты сейчас будешь... Там от сплэша просто получше умирают. Очень бесячий этот упырь. Причем он реально не... Он тут не умеет ничего. А, у него еще телепорта нет. Козла убили мне в это время сзади. Блин, вот отвлекся и потерял героя из-за этого. Посмотрите, что делает. Ох, сплэшем двух героев. Как же он тащит, а. Как же он тащит. Давайте быстренько восстановимся. Что рейдеры? Рейдеры грабят пока что. Я же сделал грабеж? Сделал, слава тебе, господи. Так, тут Луанло. Нас лечится, греется. Уанло побежал. ДК десятый. Три раба, три раба, три раба. Чего хочешь? Чего надо, мое терпение истощилось. А, и тут еще СМФ. СМФ с героями низкого уровня, но хорошими. Рейдер у нас грабит. Молодцы. Перестроил я шаманов. Даже ВД лучше побольше сделать. Так, Ван Ло побежал. Так, Ван Ло и СМФ остался, да? Или еще кто-то? Не, Ван Ло и СМФ. Ван Ло и СМФ. Ну ладно, тогда давайте попробуем Ван Ло убить. У него Таурен без телепорта, это очень странный момент.
А с СМФом лучше не сражаться, пока, пока рейдеры грабят. Пока у нас лимит неэффективный. Серьезно, Ванло такой наглец. Смотрим. Первый раз энтов за игру, кажется, вызываю. Да, и вот она, база Ванло. И вот у него ДК. Герой он восстанавливает. Прикапываем. Это Урен работает. А, я не достал. Да пурджем хотел достать, не получилось. Приказывай, я готов вершить месть. Да. Ах ты пес. Начинается развлекание. Эти вот. Да, вождь. Кто нарушил наш покой? Приказывай. Где опасность? Во имя духа. Приказывай. Природа не знает усталости. Да, кто звал меня? Да блин. Я темно, не могу достать. Природа не знает, чем кто нарушил наш покой? Да, время пришло. И он направо ушел. Что за халявщик, блин? Мое терпение истощилось. Чего хочешь? Ладно, отстраиваемся. Я готов вершить приказывай. Месть. Хороший выбор. Да. Мое терпение истощилось. Я готов работать вершить сделать. Месть. Достроились. Я почему-то я телепорт не взял. Рейдеры от этих улетают от шипов. Дико улетают. Озвучь свою жалкую просьбу. Что нужно? Возвращаемся. Говори, ну и потом мы, соответственно, рейдеров сбагриваем. И... ПП пишет анлог, ГГ, отлично. Все, дальше можно, в общем-то, рейдеров убирать. И выходить в нормальный лимит. Я бы добавил... Ух ты. А у СМФ прям земля-земля, да? Диспола у меня нет. Выходим потихонечку из лимита. Так. Да мне кажется, пофиг, какая земля, учитывая, что за удар ты там 200... Он боится, он даже не... не остается на... После телепорта здесь. Говори, я воплощение тьмы.
Я бы построил еще немножко кастеров, чуть-чуть закупился бы. Пошел бы наверх, шатнул нычку ему. Да надо сделать спиритволкеров, на самом деле. Возможно, даже виверн немножко штампануть. Плюс 12. И второй лич. Уходи уже, давай. Не уходит. Хитер, хитер. И Родион поддержал ваш канал на 100 рублей. И Родион, привет. Микер, Миша. Микер. Добрый вечер. Добрый. Извини, что отвлекаю от катки. Кто продакт за комнату в профиле? Ничего не могу понять. А именно, что и как там делать с наградами. 2 часа день. Явно проблемы во мне. Возможно, мой Укс поможет вам сделать комнату понятнее. Никто не жаловался на непонятность в комнате. Ну, погнали, наверное. Работа сделана. Да. Никто, вот, серьезно. Мое терпение истощилось. Там можно и... Работа сделана. Взываю к силам бури и земли. С удовольствием. Огня. Я готов вершить месть. Что нарушил наш покой? Готов жаловать на себя. Как же там, блин, кастеры страдают. 10-й питлорд, здравствуйте. Он просто же давит, смотрите, что творит. Просто 4 ударов убивает, минус все кастеры. Давай-ка рейдеров. Погнали куда-нибудь сюда, 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 сюда. Тут базы нет, неважно это все. Ну, там один питлорд всю землю держит. Его хрен убьешь из-за третьего койла. Сплэш у него 80, снижает дамаг вокруг. Не знаю, как можно тут с землей, с питлордом справляться. Ай. Да, заказываем. Он идет сверху тут. Поддавливать, но... Ну как нельзя строить? Кто? Ой. Я на шпаг чуть не сдох, представляете? Я готов вершить месть. Работа сделана. Я поглощаю. Да, жалко нычка. Мое терпение. Он может разводить весьма неплохо. Весьма неплохо может разводить меня. Я поглощаю. Время пришло. Двойной Death and Decay. Кто? Шатывается база просто дико. Чего хочешь? Шреддеры сюда, сюда. Я готов вершить. Да надо найти, где он. Мое терпение истощилось. Тебе нужна моя помощь? Я воплощение тьмы. Ой. Кто звал меня? На нашу базу напали. Это надо убивать. Хм.
Poison, привет. Это хорошо. Это ты молодец. Ну, очень совсем мало. Кого я там кольнул? Погнали сюда, давай. Ищем, где он есть. Денег у нас много, базы у нас работают, рейдеры бегают, ушатывают. Мне кажется, он где-то справа, учитывая, как рабочие бегут. Так, только давай-ка возьмем себе еще телепортов парочку. Он с массовым ТП может развлекать. Ага, все-таки здесь, да? Все-таки здесь. О, Лич умер. Тебе нужна моя не, у него проблемы тоже. У него тоже проблемы. Бас нет. Побежали наверх, сейчас выходим из лимита дальше. Я готов вершить месть. Приказывай. У нас все прекрасно. Три центральные базы, как минимум. Не совсем, ну ладно. Время пришло. Что ж, хорошо. Что ж. Надо было койл кидать. Ага, и вот его база. Похоже, что основная. Ну окей. Побежали, значит, туда. Сейчас виверны прилетят. Они мне со штурмом не сильно помогут, но в целом он очень плохо разводит с архмагом. И столько возможностей было это сделать, особенно с двумя личами. Там мейн вынести, там раскидать в разные стороны. Сейчас он начинает это делать потихонечку, молодец. Но мы знаем, что у него с инкомом проблемы. И... ну сейчас будут траблы с отбиванием мейна. То есть ему нужно мейн сдавать. А у нас точек на карте очень много, самых разнообразных. Он что творит? Виверны. Неплохо. Пытается убить козла. Был вроде живой. Разваливается все равно. Красиво. Питморт шатывает. Гаганаш. Гоганаш, ГГ. Орки, орки. И победа. Ну ладно, давайте, может, еще одну успеем. Увидел Лема под Бладластом, на полэкрана испугался. Да, Лема, они так огромные.